Юнель. Все уже привыкли, что девушка в клубе знатоков – это редкость. В среднем в каждой команде 5 мужчин и 1 девушка. Скажите, а как вы стали знатоком? Вот с чего это все началось? Это началось очень давно, еще в школе. И как бы позиция единственной девушки на 5 для меня привычная. Тогда мы начали. А в каком возрасте в школе вы начали?